Подожди минутку. Скажи. Да? Ты долго была его любовницей? Любовницей? Чьей любовницей? Примерно год. Ты знала его друзей? Мы пришли сюда за этим? Если совершено преступление, ищут убийцу. Одни за то, чтобы искать, другие не искать. Ты за или против? А это? Ты за или против? Я про чулки. Люки, сколько тебе лет? Подойди. Я все тебе расскажу. Мне 23 года. Глаза черные. Форма лица овальная. Компания Фридель. Можешь проверить. Вбил себе в голову, что я должна вернуться домой. Уже 3 месяца не дает денег. Все ждет, что я сдамся. Не дождется. Признайся, что принял дочь промышленника за шлюху. Ничего, что я одеваюсь при тебе. Может, стоит поехать? Ты представляешь меня в Мюнхене? Жизнь, которая меня ждет. По сравнению с твоей жизнью здесь... Давай поговорим о твоей жизни. Давненько не говорили. Это моя работа. Вчера я спрашивал, кто снабжал Симони. Ответь, и тема закрыта. Черт. Ну, тогда поговорим об отце. Он знает, чем ты здесь занимаешься. Для него Париж – ад. Подробности не важны. Конечно, твой-то Париж. Как вы все глупы.